Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в розыгрыш конкурса, который я объявлял неделю назад в честь достижения 200 тысяч подписчиков. В этом конкурсе будет 5 победителей, которые получат мою авторскую книгу, личную консультацию и $200 в криптовалюте. Видео, в котором мы проводили этот конкурс, набрало более 100 тысяч просмотров, 16 тысяч лайков, за что вам большое-большое спасибо, такие цифры не часто увидишь, особенно на крипто-контенте, и более 5 тысяч комментариев. Но здесь есть один нюанс, ведь этих комментариев было больше в два раза, их было 10 500, я не знаю, куда делась практически половина из них. Я даже проверял в спаме, но в спаме находятся те комментарии, которые там и должны находиться, поэтому я не знаю, куда делась половина комментариев. Это вопрос к Ютубу, который, скорее всего, подумал, что это какая-то накрутка и просто-напросто взял их и удалил. Кстати, в спаме даже можно найти какого-то Богатейшего Ди, но это не я. Что ж, будем работать с этими 5000 комментариями. А что поделать, YouTube взял и удалил половину. Это не моя вина, к сожалению, я ничего не могу сделать. Ну что, ребята, давайте приступим к розыгрышу. Я нашел вот этот рандомайзер, который выбирает победителя по комментариям. Нам нужно скопировать ссылку на наше видео с розыгрышем и вставить его сюда. Нажмем «Генерировать», и вот есть наш первый победитель. Александр Остапчук. Третий раз пишу, что участвую. Если выиграю, то пиши по комментариям. Пипец какой-то. Ну, поздравляю, Александр, ты выиграл. Как мне только с тобой связаться, это вопрос. Если ты видишь это видео, напиши в комментариях, чтобы я как-то с тобой связался. Я не знаю, как с тобой связаться. Но это будет первый наш победитель. Он, кстати, на второй мой канал подписан. Неплохо. Что ж, давайте поищем второго победителя. Генерируем. Победитель у нас... О, я даже не хочу называть это вслух. Как бы меня потом не забанили за такие слова. Инста. Какая инста, пока что неизвестно. Это наш второй победитель. Я надеюсь, у меня получится с ним как-то связаться. Как минимум через YouTube. Пускай здесь будет. Это второй наш победитель. Еще 3 осталось. Генерируем. Генерируем. Ну и слово, язык можно сломать. А опять тот же человек, что ли? Не-не-не, давай генерируем. Вот, Александр 003. Участвую в конкурсе. И есть даже никнейм. То ли в Телеграме, то ли в Инстаграме. Поищем. Найдем. Нужно это скопировать, кстати. Ну, давай нажмем генерировать. И опять Александр. Почему? 2 раза, что ли, комментарий написал? Наталья. Участвую в конкурсе. Спасибо. Ну, Наталья, поздравляю. Ты стала 5-й победительницей. Осталось только понять, как с тобой связаться. Через YouTube, наверное, попробую связаться. Я ошибся, это было 4 победителя, а нас 5 победителей. Поэтому еще один раз генерируем. Ну что поделать, у меня опыта мало в таком, поэтому я немножко просчитался. 5-й человек, сейчас увидим кто. Костя Косинский. Молодец, оставил контакт, который я тоже себе оставлю здесь, потом выпишу. Что ж, теперь у нас есть 5 победителей. Костя, Наталья, человек с нечитаемым никнеймом, Александр и еще один Александр. И только 2 из них дали свои контакты в Телеграме или Инстаграме. Со всеми остальными я буду пытаться связаться другими способами. Если они смотрят это видео, если ты смотришь это видео и ты победил, напиши в комментариях, как с тобой связаться, кроме Ютуба. Это очень-очень важно. До следующих розыгрышей. Кстати говоря, я планирую еще один очень классный розыгрыш провести, намного круче, чем этот. Он тебе очень-очень понравится, это я тебе гарантирую. Кстати говоря, в коллаборации с другим блогером, поэтому подписывайся на канал, если ты тут впервые. Розыгрыши такие еще будут и будут намного-намного лучше, чем этот. На этом все, ребята. Увидимся, наверное, завтра. Сегодня я, скорее всего, видео уже не успею сделать. Хотя по биткоину у меня есть обновление, но уже, наверное, завтра ими с вами поделюсь. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк. До скорого.